Для автомобилистов улица Демидова всегда считалась одним из проблемных мест в Иванове. Трафик внутри городской магистрали часто перегружен. Движение по зауженной с обеих сторон припаркованными машинами улицы часто затруднено. Подъездные пути к зданию госпиталя для карет скорой помощи преграждают личные авто. Я постоянно вижу этот беспорядок. Раньше, когда знаков не было, я их все тут предупреждал, гонял, потому что скорая помощь не может туда заехать с больными. Хотя написано, что въезд для скорой помощи. Здесь у нас еще придача центр активного долголетия, куда ветеран приходит заниматься, и мы сюда постоянно разгружаем, загружаем, гуманитарную помощь возим. И приходится ветеранам, возрастным людям вот оттуда через дорогу таскать сюда все это. Совместными усилиями ветераны и медики добились того, что возле госпиталя наконец-то установили запрещающие знаки. Водителям здесь останавливаться и парковаться нельзя, работает эвакуатор. Однако прописные правила автохамов не пугают. Многие ивановцы, в том числе и владелец этого китайского кроссовера, похоже, знаков не заметил. В ходе профилактического рейда инспекторы решили составлением протоколов за неправильную парковку не ограничиваться. Я не знаю, что это воспитание такое, что написано, что здесь остановка запрещена. Все равно едут. Водитель транспортного средства поставил автомобиль в зону действия знака 3.27 с табличкой «Работает эвакуатор». То есть, так как водителя на месте нету, мы автомобиль забираем на штрафную стоянку. Эвакуируют автомобили чаще всего потому, что машины-нарушители занимают место для инвалидов или не предназначенные для парковки, отмечают инспекторы. Если данное транспортное средство, водитель транспортного средства допустил стоянку на данном участке, то в данном случае его транспортное средство эвакуируется, а водителю грозит штраф в размере 1500 рублей. В нашем случае владелец китайского кроссовера найдет свою машину уже на штрафстоянке ГИБДД. Транспортное средство он получит уже вместе со штрафом. Кстати, согласно статистике госавтоинспекции, в прошлом году в Иванове за неправильную парковку рублем наказали 860 водителей. Однако нарушителей дорожных правил и в новом году меньше не становится. Только за первый месяц привлекли к ответственности 113 автохамов. Наверняка в этом списке найдутся и те, кто не уважает работу скорой помощи. А любое промедление может стоить кому-то жизни. Владимир Еремин, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс».